Пророческий стих, написанный Игнатием Лапкиным в 2009 году. Апокалипсис, брат, а вместе и сестра всем книгам Библии, включая бытие, часы свободные на чтение истрать, чтоб смысл уразуметь, придется попотеть. У самых худших, страшных и кровавых событий всех, что в 22 главах есть исполнители, зачинщики, кто травят. Им всем не светит оказаться справа. В лабораториях, в пробирках и ретортах плодятся и хранятся слуги смерти. Их запускают, и народы стерты. Полезно это знать и на себя примерить. Легендами пылят фантасты, чародеи, шаманы, колдуны, слепые экстрасенсы, о едоках ненужных пародеют. Столкнут планету к эпикризу, в сепсис. У Бога свой, иной, неизреченный план, направленный к спасению поверивших Ему, изобретение надвое. Все дико пополам, и что избрать на пользу, люди не поймут. За голодухой будет бледный конь скакать, и смерть, и ад проявятся всем зримо. Все беды бывшие умножатся 100 крат, из предреченного ничто не минет мимо. Мы не минуем страшных катастроф, творим их гением, создателя отвергшим. Реальный фон жесток, свиреп, суров. На землю беды ринутся, как шершни. А верующий в истинность свободы во Христе при катаклизмах, сварах, перепоях не убоится паники и слухов новостей. Он ничего из сказанного в Библии не скроет. Не бойтесь тела губящих, не бойтесь души же не могущих от Бога отвратить. Земля есть труп в грехах, а беды — гости. Армагеддон грядущий предваряет грипп. 21 мая 2009 года. Игла. Игнатий Лапкин.